продовольственный рынок в Каннах. Пойдем зайдем, посмотрим, что там продают, за какие цены, и потом сделаем выводы. Оливки, в принципе, не особо дорогие. 4,10. 100 грамм осьминоги. Я взял оливочек. Такие вкусные, мне понравились. Смотрите, помидоры такие. По 2 евро. Лук по еврику. Вообще недорого. Нормально, можно брать. Огурчики, черешни, абрикосы, ну, лук тоже. Пойдем морских гадов посмотрим. Суповой набор 10 евро. Килограмм вот из таких. По наших ершей уже по 10 рублей за кило. Полтинник килограмм. Ну что, друзья, посетил я рынок. На рынке можно много чего купить. Очень много фруктов, овощей. В принципе, есть дорого, есть дешево. Можно подобрать под любой кошелек и вкус, и цвет. Цена в среднем на персики, начиная от 2 евро, заканчивая 5. Лук, начиная от евро, заканчивая 1,5. Помидоры от евро и выше. То есть, в принципе, можно неплохие фрукты купить, свежие, прямо с рынка. Дают даже попробовать. Начинают припекать. Сейчас я иду в отель, переодеваюсь, сажусь в машину, и мы едем в сторону Монако. Место называется Эзе. От Эзе поедем в сторону Монако, Кабдайл. Там нам обещали показать, где можно здорово покупаться с маской, смотреть рыбок. Так что мы поедем туда. Сказал, в каком отеле мы остановились. В Каннах. Сейчас покажу. Отель называется Novotel Suite. До моря шлепать где-то минут 15 на центральный пляж с этого отеля. Он находится на центральной улице. Ну, в принципе, не так далеко, но лучше ехать на какую-нибудь другую сторону, потому что центральный пляж, он что-то мне не очень понравился. Suite Novotel. Очень хороший отель. Мне очень понравился. Это от сети Ibiza. Но это не синий, это не Ibiza бюджет, это другой, это Novotel, он более классно выше. То есть хороший отель. Парковка автомобиля за дополнительную плату. 15 евро в сутки. Так, а это Эзе Village. Открывается здесь такой вид. Красиво очень. Хотели вот поехать вот туда, вот там два флагштока стоят белых, но все закрыто в связи с тем, что идут пожары, поэтому цели безопасности закрыли. Сейчас здесь температура градуса 32, очень жарко.
Очередной красивый вид на горы. Горы свисают прямо над нами. Вот если видно, вот там самый крайний левый дом. Вот мы там купались сейчас. Вот так объехали по побережью. Приехали сюда. Пляж шикарный был. Водичка такая прозрачная, чистая. Рыбы много. Правда, небольшой, но есть. Друзья, не удержался, я остановился снова показать такой красивый вид. Мы приехали в город Ванс, который находится в 30 километрах от города Ниццы. Сказали, что нужно обязательно посетить. Ну, город. Может быть, я ничего не понимаю в этом. Ну, посетил. В принципе, меня особо не впечатлил. Одно только впечатляет меня, вот такой вид отсюда. Горы, домики. Вот здесь вид красивый. Сейчас мы тогда поедем в Монако, погуляем чуть-чуть. Оставим машину на парковке. Какой великолепный вид! Это место находится, если ехать из Ниццы в сторону Монако, не по платной дороге. Тут три дороги, первая, вторая и третья. Если ехать по первой дороге, вы поедете по побережью. Если ехать по второй дороге, то мы будем здесь. Есть еще третья дорога. Тут такие шикарные виды, что даже не хочешь уезжать. Мы все едем до Монако. По красивым местам. Да, горы тут, конечно, красивые. Немножко пришли изменения, фонтан здесь отключили, фонтан не работает, настроили магазинов, здесь этого раньше не было, здесь был такой же парк, стройки, вот само казино. Меня в прошлый раз не пустили в шортах туда, я думаю, что в этот раз меня тоже не пустят, если я пойду хоть сыграть, я думаю, вряд. Тут отель справа, мы сейчас пойдем туда на набережную прогуляемся. В общем, правила не изменились, не пустили меня в шортах опять. А, такое. Все позакрывали, туда не подойти. Вот там впереди, где кран, там музей, аквариум. Очень хороший такой. Советую посетить. Сам город. Это с задней стороны ресторан. Ну как вам Монако? Город, вбитый деньгами. Если бы в России бы такую бы организовали бы, и горную зону бы, народ бы ездил бы, играл бы, тратил деньги, страна бы подымалась. Во Франции маленькое государство Монако. Живут по своим законам. Правила дорожного движения нарушают, ездят как хотят. И пофиг всем. Здесь отель. Бережная вода прозрачная. Здесь, наверное, фарватер роют, чтобы могли подходить более глубоководные суда. Так-то город красивый, конечно. Все на скале сделано. Здания построены. Ну, все дорого. Цены здесь, конечно, боже мой. Про цены не буду говорить. Для кого-то это дешево, для кого-то дорого. Для нас дорого.
Я почему-то подумал, что это корабль, а это, оказывается, ресторан в виде корабля. Ресторан с бассейном. Тут мало яхт что-то, конечно, сегодня. Обычно тут яхт очень много. Хотя вот подходят потихонечку. Вот одна, вторая, третья, четвертая. А еще здесь сад кактусов такой. Смотрите. Всякие разные. Чистый город, очень вылизанный. Не знаю, как в других местах, но в принципе довольно-таки все чисто. Вот народ тут на каких машинах катается. Не ударить бы чужую тачку. Да, машин тут разных. Само казино вот там. Цен нет. Цен нет. Rolls-Royce, Maserati, Mercedes.